Больше 400 тысяч жителей региона уже пользуются единым порталом государственных и муниципальных услуг. Это почти в два раза больше показателей прошлого года. Самые популярные федеральные услуги – информирование о наличии нарушений правил движения. Среди региональных – регистрация брака. На муниципальном уровне – прием заявлений в детский сад. Людям не надо собирать справки в разные учреждения. По системе одного окна сделано больше 8 миллионов запросов. Специалисты подсчитали, на получение одной справки в среднем требуется час времени. А значит, жителям области удалось сэкономить 900 лет. В следующем году в регионе внедрят уникальную систему информирования граждан через единый портал госуслуг. Государство же знает, сколько лет гражданину, там, да? Что ему там либо 20, либо 45. Соответственно, наступил ли срок, когда ему необходимо менять паспорт. Поэтому такое сообщение у нас в личный кабинет гражданину поступит. Соответственно, и если он заказал услугу, мы также это будем развивать, смс-информирование, ему такая смс-ка придет.